Силовые структуры Чечни не подтверждают причастность выходца из этой республики к терактам в Стамбуле. Чуть раньше турецкие СМИ заявили, что один из боевиков, совершивших теракт в аэропорту Стамбула, был родом из Чечни. Журналисты даже назвали имя боевика – Осман Вадинов. Но в Чечне заявили, что такой человек никогда не проживал на территории республики. Смертник прибыл в Турцию из сирийского города Ракка. Это неофициальная столица запрещенной в России группировки ИГИЛ. Приехал заранее, почти за месяц до атаки. Официального комментария Анкары по поводу смертников, которые расстреливали людей в аэропорту, а затем подорвали себя, пока нет. Турецкие СМИ пишут, что среди налетчиков могли быть выходцы из Узбекистана и Киргизии. Но пока есть фото только одного из террористов. И, как сообщается, это гражданин Турции. Местные СМИ называют его Муслимом Сарияровым. Полиция в Стамбуле арестовала 13 подозреваемых в подготовке теракта. И их подозревают в связях с ИГИЛ. Турецкие власти уверены, что один из взрывов был отвлекающим маневром. Смертник специально подорвал себя на парковке, чтобы привлечь внимание к своему взрыву, а сообщники в это время могли бы беспрепятственно попасть вовнутрь. Двое остальных взорвали себя уже внутри аэровокзала. Жертвами теракта стали, по последним данным, уже 43 человека. Более 200 получили ранения. Многие находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.